5 октября Адыгея отметила День Республики. В столице прошли массовые мероприятия, посвященные 26-летию региона. Для любителей спорта была приготовлена отдельная программа, а именно финал чемпионата Республики Адыгея по футболу среди любительских команд и клубов. За титул чемпиона сразились команды «Виктория» из Майкопа и «Кашихабль» из Кашихабльского района. Поздравить вас с праздником, с 26-летием образования нашей любимой республики. Пожелать вам всего хорошего, чтобы спорт нашей республики процветал и дальше продолжал развиваться. Как уже сказал Николай, что на протяжении 6 месяцев мы были наблюдателями такой серьезной борьбы, которая проходила на футбольных полях нашей республики. 10 команд принимало участие в нашем чемпионате. В итоге сегодня встретились 2 сильнейших. Но спорт есть спорт. Побеждает, как я уже повторю, сильнейший. Поэтому, пожалуйста, переходим к самому интересному и долгожданному награждению победителей и призеров нашего чемпионата Республики Адыгея. 3-е место по итогам нашего турнира заняла команда поселка Тульский, команда «Урожай». Второе место заняла команда «Кашихабль» Кашихабльского района. Спасибо. Спасибо. Ну и победителем, как мы сегодня все были зрителями этого захватывающего поединка, стала команда «Виктория», город Майкоп. И комплект формы.